Я младший лейтенант Романов, 22.11.86 года рождения. Громче. Я младший лейтенант Романов, 86 года рождения, 22.11.86 года рождения. Войсковая часть 02146, поселок Каменка, Ленинградская область, должность стрелок. Слава Украине, Путин хуйло. Спешусь. Семья есть? Семья, гражданский брак. Фамилия нету. Фамилия отчество. Да? Кондратюк Надежда Александровна, 24.03.92 года рождения. Почему? Как тебя отправили? Меня отправили. Ее подставили, ей закинули наркоты. Кто подставил? Полиция. Полиция чего? Города Петрозаводска. Так, с каким условием? С таким условием, чтобы я ехал сюда на спецоперацию. Спецоперацию нельзя говорить слово. Ну, вам так сказали, да? Нам так сказали. Ну что так спецоперация длится? Говно. Командование, пидорасы, кинуло нас и отступило. Нас оставили на посту. Забыли нам связаться с нами, нахуй. И просто кинули в поле и ушли. Без связи, без всего. Какое обеспечение вы смотрите? Обеспечение. Сухпайок, который, блядь, кое-как заканчивается. Не плащ палаток. Ну, вообще говно. Сигареты нам выдавались на отделение, пачка сигарет. Примерно вот так вот. Вода то же самое. Как сигареты называются? Сигареты Вега. А, с фильтром хоть? С фильтром, да. И россыпью еще, как будто собрали сломанные сигареты и скидали в мешок. Вы себе самокрутки курили? Да. Ясно. Расскажи, куда ты призван? Как призван, заключил контракт 6 апреля. В Белгород приехал 7 апреля. И 7 апреля я приехал на Украину. Не на Украину, в Украину. В Украину. То есть вот ты прослужил? Я прослужил месяц. Должность твоя еще раз? Должность. Стрелок мотострелкового отделения. Стрелок чего? Стрелок мотострелкового отделения. Просто стрелок. Просто основное вооружение. АКМ. Стрелял с АКМ? Нет. Направо. Ёб твою мать, вас там учат чему-то в этой российской армии? Круг. Оп! Через какое плечо ты поворачиваешься, блядь? Круг. Оп! Ёбана в рот, мать. Налево. Оп! Не падай, блядь. Что ты хочешь передать своим родственникам, сослуживцам, будущим пидорасам, которые, блядь, пойдут на Украину? Не едьте сюда. Почему? Потому что наше государство делает беспредел в этой стране. Это бессмысленная война. Сидите дома. Не надо ехать сюда. Здесь нормально. Просто сидеть дома. Ну, им так дальше будут отправлять. Или им может что-то делать надо. Или делать. Надо что делать? Переворот в России. Потому что наша власть только думает о своих карманах. И мы для них никто. Мы мясо. Не надо ехать в эту страну. В этой стране все хорошо. Как люди живут в обычных селах украинских, не говоря о городах? В украинских селах живут очень хорошо люди. У них асфальт, у них такие поселки, как будто как у нас миллионерши. Ну, миллионерные. Они живут хорошо, а мы хотим сделать с этой страны вторую Россию. Не надо ехать сюда. Пускай люди живут. Надо войска выводить. Чему ты научили тут, славные казаки украинцы? Крайняя фраза. Слава Украине. И Путин пидорас. Да не так. Слава Украине. Слава героям. Путин хуйло. Хуйло, конечно. Молодец. Красавчик.